Про Бога и про наши сердца. Глубоко очень. Написано. Тогда так и будет. Тогда Бог есть любовь, да? Помним это? Аминь. И если говорить про Бога, то можно говорить про любовь. Если говорить про любовь, то можно говорить про Бога, правильно? Да. А любовь в нашем понимании... Много слышали об этом, в Библии много об этом написано тоже. Но в нашем понимании иногда это такое расплывчатое знание, да? И я не берусь там давать какое-то глубокое учение по этому поводу, потому что это учение под названием «Жизнь». То есть я не собираюсь учить вас жить, да? Пусть Бог вас научит, потому что Он есть любовь. И я просто посмотрю на некоторые моменты из Библии и, так сказать, скажу то, что Бог мне открыл в первую очередь. И, насколько я понимаю, то это сказано мне в первую очередь, то, о чем я буду говорить. И потом уже вам, если вы хотите. Но то, что я услышал для себя, то, что мне открылось через это для меня. Да? И я с этим с вами поделюсь. И... Есть некоторые формулировки, о которых я хотел напомнить, которые помогут нам, когда мы читаем Библию, обращать внимание на слово «любовь». И те, кто об этом знают, что в греческом языке это слово, оно неоднозначно, да, как бы выражается. Слово «любовь» у нас. Любовь – это любовь. Да? Но по-гречески это есть агапе, да? Есть филео, есть эрос. И все это три разных направления. А агапа – это любовь духовная между Богом и человеком, да? И между человеком и Богом, как ответная. И есть любовь, о которой говорится, это такие физические отношения. Это эрос. И есть филео – это дружеская любовь такая, между братьями, например. Между сестрами, я не знаю, у девушек есть дружба? Во Христе есть. Ну, во Христе это любовь. И как бы, да, по поводу дружбы, ну, не знаю, сами разберитесь. Спасибо. Но, чтобы нам было понятно, потому что мы когда читаем... В синодальном переводе обычно, да и не в синодальном, в современном, нет, да, это разница, просто пишется «любовь» и все. И как хочешь, так и понимай. И если ты не знаешь оригинала, как бы, тогда не все понятно. Но это, чтобы мы просто понимали, о чем сейчас пойдет речь. И начнем со Второзакония 29:29. Да? Да. С
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вот, и здесь говорится о том, что Моисей, он поставил сынам Израилевым, кроме того завета, который был на горе, он еще что-то ему рассказывал народу. И все вот это в конце говорится, в 29 стихе. Все, что они получили от Моисея, все, что они получили от Бога через Моисея, говорится, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. И тогда есть три момента здесь, это то, что сокрыто, то, что принадлежит Богу, то, что открыто, то, что принадлежит нам и детям нашим. И суть всего, чтобы мы исполняли слова закона, которые они получили. Но в Новом Завете мы знаем, что такое закон в Новом Завете. Кто знает, тот не знает. Но если хотите, потом посмотрите, в Римлянам 13:10 написано, что любовь есть исполнение закона. Тот, кто любит, тот исполнил закон. Это то, что Иисус принес. Он говорит, что ни одна черта не пройдет из закона. Но он говорит, что я исполнил закон весь. И говорится также, что любовь есть исполнение закона. Другими словами, если мы любим, мы исполняем закон. Поэтому Павел говорит, достигайте любви. Это говорится в Коринфянам. 1 Коринфянам 14:1. Вот. С греческого перевода это слово звучит как «гонитесь». То есть как бы прикладывайте усилия, достигайте это, предпринять какое-то усилие, достигайте этой любви. То есть идет то же самое, как бы, призыв к тому, чтобы исполнять закон. Но закон через любовь. Не так, как он был раньше дан людям, через Моисея, а так, как он пришел через Иисуса Христа, как благодать и истина. Да? И Бог, как есть любовь, открылся в Иисусе Христе нам. И говорится, что достигайте любви, то есть стремитесь к тому, чтобы любить. Да? И это очень важно. Почему? Потому что мы посмотрим сейчас дальше, насколько это важно, гнаться за любовью. И там используется как раз вот это слово «агапа». Не какое-то другое, а именно «агапа». Это духовная любовь между Богом и человеком. И нам предлагается или убеждает нас Библия в том, чтобы мы гнались за этим. Почему? Потому что зачем мы гонимся в этом мире? Сами просто подумайте, зачем, к чему мы идем, к чему мы стремимся. Многие люди за разными вещами, кто-то за властью, кто-то за деньгами, кто-то за каким-то... Я не знаю, самоутверждением, кто-то за многим, но человека однажды ждет вечность, И в вечности будет актуально только то, что будет находиться там. То есть вот то, что мы видим сейчас здесь, то, что, к чему мы стремимся, чего мы пытаемся достичь, это просто этого не будет, это не нужно будет, Но в вечности будет актуально только то, что является вечным. И поэтому любовь, она сама по себе, это можете прочитать 1 Коринфянам 13:8, написано, что она никогда не перестает. Вот любовь, она никогда не перестает. То есть Бог есть любовь, и любовь, она сама по себе, она никогда не перестанет. И это то, что является наиболее актуальным для нас, вот чего мы должны достигать. К чему мы должны гнаться, зачем мы должны гнаться, чего мы должны преследовать в своей жизни, чтобы достичь, это любовь. Почему? Потому что она никогда не перестанет. Ты живешь сейчас, ты будешь достигать ее, и в вечности она будет продолжать пребывать. И это для тебя просто как бы смысл и цель. В этом ты точно не потеряешь. А все остальное, чего ты сегодня достигнешь на этой земле, однажды это закончится. Может быть, ты достигнешь вершин. Может быть, мы здесь сделаем какие-то великие дела. Может быть, мы поможем много кому, каким-то людям, в чем-то, я не знаю. Может быть, мы все это сделаем. Может быть, мы станем успешными. А может быть, у нас ничего не получится. Но с Богом у нас все получится. Почему? Потому что
в Иисусе Христе всегда, аминь, да? И с Ним все получится. Но как бы там ни было, если мы достигаем любви, мы не останемся без плода. Да? Мы не останемся без плода. Поэтому это так важно. И кроме того, мы говорим, что мы верующие люди. Мы верующие, нет? Да. Да. А Галатам 5.6. Давайте откроем, посмотрим, что там написано. Видел кто-то что-то особенное в этом стихе? Все особенное. Галатам 5.6. Вера, действующая любовь, особенная. Mm-hmm. Точно. Вера, действующая любовь, да? Что мы говорим, что мы верующие люди часто, да? Но написано, что вера без дел мертва, мы это тоже слышали. Но если она жива, то как? Каким действием? Любовью. Любовью. Почему? Потому что вера, написана, действует любовью. И посмотреть на все вот эти как бы библейские, да, принципы, на все эти утверждения, которые есть в Библии, очень важно для нас, чтобы называть вещи своими именами. Если мы считаем себя верующими людьми, тогда минимум, что мы должны сделать, это быть послушными тому, чему нас Библия учит, да, а чему нас Слово учит. Только сейчас мы говорили, чтобы мы гнались за любовью. Почему? Потому что без нее мы просто не можем быть верующими. У нас, ну, вера будет, не будет, она мертвая, по факту. А чтобы она была живая, нам нужна любовь. Нам нужно, ну, нужно это основание, на котором она будет двигаться, на котором она будет стоять, да. И без этого просто наша христианская жизнь, она превращается вот в эти религиозные взаимоотношения друг с другом. И все, и с этим миром нас окружающим. И все. И мы можем называться верующими, можем посещать собрания, можем делать много чего. Но если нет любви, да, Библия говорит, что я никто, не имеет смысла все наше движение. И давайте откроем. Ну, это понятно, да, как бы это просто такие вот библейские утверждения, принципы о том, что вера действует любовью. И о том, чтобы мы искали этой любви. Почему? Потому что Бог есть любовь. Но тоже вот, то, с чего мы начали, есть то, что открыто нам и детям нашим. И есть то, что сокрыто, и то, что принадлежит Богу. Об этом тоже не забываем. Мы сейчас тоже об этом поговорим. И я хотел открыть Матфею 25 главу. И здесь посмотрим на то, чему учит Иисус. И не очень удобно, я думаю, вот, с телефонами не всегда видно контекста. Точно. Контекста нет. Почему? Потому что смотреть одновременно на 25 главу, вот так вот, да? 25 глава. Я вижу еще 24 и продолжение 25. Я просто за себя могу сказать, что иногда, когда я был на проповеди на какой-то, я сижу, слушаю, да, и я смотрю то, о чем говорят. И мне Бог может говорить вообще из другого стиха в этом же контексте, да. Это очень часто бывает. Но я вам могу сказать что за себя, что с телефоном со мной ни разу такого не происходило. Потому что трудно это увидеть. И я к чему это говорю, что может быть мы где-то найдем Библию позже, да, положим их здесь, ну, в ящик, чтобы приходили, просто брали Библию. Так, таким образом мы можем получить гораздо больше от Бога во время проповеди, чем когда мы просто смотрим на один стих и вырываем его из контекста. Потому что то, о чем я сейчас буду говорить, это пойдет в контексте, да, всего вот здесь написанного. Это и 24, и 25 глава. И Бог может сказать нам гораздо больше через это. Ну просто это как предложение, это не закон. Да? Но... Не закон.
Ну, можем, да, как бы Библию принести, положить здесь, и можно будет брать, пользоваться. Еще можно ручки с листочками, тоже хорошие. Да, чтобы не возить с собой. У кого нет такой возможности. И суть в том, что вот 25 глава начинается со стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». И слово «тогда», оно говорит о том, что Иисус говорил об этом раньше, о чем-то, да? «Тогда» — это когда, вследствие чего? И вот чуть раньше видно, что Иисус рассказывает о пришествии, о том, что Иисус придет и что будет дальше. Это в 24 главе видно. И здесь я просто вот в этой главе вот хотел подчеркнуть несколько стихов. Мы не будем разбирать тут все. Я просто хочу оставить как бы общую картину, общее понимание о том, что относится к более к такой практической, может быть, части о том, что означает «гонитесь за любовью» или «достигайте любви», чтобы это не было просто чем-то таким воздушным и все. Но Библия нас учит тоже, как это делать. И если мы беспокоимся о своей вечности, то мы не останемся равнодушными к тому, что здесь написано. И здесь написано, что были 10 дев, да? Одни были умные, другие неразумные, мудрые неразумные. Иисус говорит, что тогда, вот когда будет пришествие Сына Человеческого, да, это видно из предыдущего рассказа, тогда Царство Небесное, оно будет подобно вот таким людям, что есть будут и те, и другие. И вот говорится, что когда они уснули, да, то раздался голос, что жених идет. И я это понимаю так, я много слышал разных как бы проповеди на эту тему, да? Но я понимаю так, что вот это слово «уснули», оно может означать «умерли», да? И оно вот как раз, это слово Иисус его применяет, когда говорит о том, что Лазарь уснул, например. Говорит, Лазарь уснул, но ученики не поняли, они думали, что он говорит им о сне обыкновенном, а он говорил о том, что он умер. Потом Иисус применял это слово, когда говорил о девочке, которую воскресил, что не переживайте, она не умерла, но спит, да? Но на самом деле она умерла. И Иисус применял это слово. И здесь, я понимаю, может говориться об этом. Почему? Потому что говорится, что уснули все, 100%, да? И все 10. И те, которые мудрые, и те, которые неразумные, все абсолютно. И тоже в Откровении говорится о том, что будет воскресение из мертвых, будет суд. И потом будет для кого-то вечная жизнь, а для кого-то вторая смерть. Тогда говорится о первой смерти и о том, что будет воскресение суд. Да? И вот здесь может быть так, что эти мудрые и неразумные, они уснули и умерли. Но пришло время, когда пришел Иисус на землю. И тогда получилось так, что не все смогли войти на этот брачный пир. И написано в 13 стихе. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Тогда мы помним, да, что исполнять закон, то есть в Новом Завете, в Завете стремиться, да, к любви, достигать любви. Это первое, о чем мы говорили. Второе, что то, что сокрыто, принадлежит Господу. Да? И здесь мы видим, что есть вещи сокрытые, которые не принадлежат нам, они принадлежат Богу. И, например, вот то, что мы не знаем, когда Иисус придет. И здесь это написано, что бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И это нам не дано знать, потому что если бы мы знали, да, мы бы все рассчитали, мы же умные люди. Мы все просчитали, как все пойдет, как бы, когда нам надо покаяться, когда нам надо обратиться, когда нам надо все правильно сделать, чтобы умереть, да, и дальше с Богом продолжать. Сначала по жизни идем, как нам нравится, а потом все будет в порядке. Но сокрытое принадлежит Богу, да? А открытое написано нам и детям нашим, чтобы мы исполняли, чтобы мы достигали этой любви. И
такой интересный момент, что вот в этом достижении любви вот этой, да, здесь вот есть еще одна притча, о которой он говорит, что дальше мы можем считать, что ибо он, да, поступит как человек с 14 стиха, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И здесь написано, что он одному дал 5 талантов, другому дал 2 таланта, и третьему дал 1 талант. И они все по-разному распорядились этим. И, знаете, я провел такую параллель интересную, что вот люди, да, они получили что-то от Бога. И они не смогли это растранжирить. Вы помните, как в случае с блудным сыном? Что он, когда получил часть имения своего, да, он что сделал? Он пошел и все это растратил. Когда стал нуждаться, он вернулся в дом отца. Но вот в этом случае написано, что ни один из них так не смог поступить. Потому что могли бы сделать, да? У одного было 5, а талант это много. Это, кто-нибудь помнит, сколько это? 16 килограмм. 16 килограмм, да? Ну, представляете, 16 килограмм там золота или серебра, один талант. Вот. А 16 на 5 это сколько? 80, да? Сколько? 8, да. 80 килограмм золота. Нормально, не можно было погулять. До конца дней. А? Сколько? До конца дней. Ну да, хватило бы, если все правильно рассчитать, да? Но они не сделали этого. И не потому, что не хотели, а потому что не могли. Потому что даже тот, который ничего не сделал, максимум, что он мог сделать, это пойти и закопать, спрятать, да? И все. Он не пошел его транжирить. Почему? Потому что это невозможно сделать. Ну, ты сам подумай, что я понимаю, что речь идет именно о любви. Если ты начнешь расточать любовь, что из этого выйдет? Она начнет приумножаться просто. По факту это так. И это имеет такую ценность, потому что это уходит в вечность. Это начинается здесь, но это продолжается в вечности. И если ты начинаешь расточать любовь, которую ты имеешь от Бога, да, тогда это будет приумножаться. Но ты не сможешь это растранжить, как сделал это блудный сын. Да, здесь речь о другом идет. Это не одно и то же. И написано, что он отдал им, как рабам, да, это, ну, эти ценности. Но если рабы, тогда это уже не наши. Да? На самом деле в Библии говорится, что пока мы еще дети, да, хотя бы мы имеем все, мы все равно рабы. Потому что ребенок, пока он несовершеннолетний, он не может распоряжаться всем, что он имеет. Как маленькие дети, дети царя, например. Да? Они же все имеют, у них все есть. Но они не могут всем управлять, не могут все взять под управление и распоряжаться этим, как хотят. Они похожи на вот этих рабов, и об этом Библия говорит, да? И вот в отношении любви я вижу, что мы являемся вот этими детьми, да? Которым дано от Бога что-то ценное, что мы можем приумножить, чем мы можем обладать, и что может находиться как бы в нашей жизни, и можем это приумножать, но мы не можем этим распоряжаться, потому что Бог есть любовь. Как мы можем распоряжаться Богом, да? Но это настолько много для нашей жизни есть, что мы придем в совершенство познания уже не в этой жизни, не в этой плоти. Но когда будем и увидим лицом к лицу, когда мы узнаем всю полноту любви Божией, да, мы вообще далеки от представления о том, как это будет, что это будет. Далеки от этого представления. И в отношении любви мы действительно являемся этими как детьми. Да? И получив от Бога это в свою жизнь, мы можем либо это приумножить, либо это закопать. И написано, что вот люди, которые имели 5 или 2, они почему-то это использовали, а тот, который имел 1, он это не использовал. Почему? Потому что мы, может быть, считаем, что у нас недостаточно много, не так, как у другого. Да? Что я вот не такой, вот у меня не столько вот способностей. Здесь написано, что каждому по способности он дал.
да? И нельзя просто то, что принадлежит Богу, взять и расточить. Понимаете? Можно только это приумножить. И знаете, когда есть в другом месте, да, что написано, что Бог, когда давал вот эти вот драгоценности людям, говорилось о том, кто имел один, вот не здесь написано, а в другом. Здесь, по-моему, об этом не говорится, что... А, не, написано в 27 стихе. «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Там получается, что есть возможность у каждого. Мы думаем, что мы не способны, что у нас нет такой способности. Но на самом деле, вот в начале, да, Максим говорил такой призыв был о том, что мы на самом деле можем все быть частью команды, частью того, что Бог может делать, в чем Он нас может использовать. И здесь именно говорится о таком принципе, что если ты считаешь неспособным, что ты можешь сам что-то сделать, будь участником в чем-то другом. Ты можешь сеять там, да, где ты увидишь, где ты поймешь, что Бог тебя может там использовать, что ты там не безразличен, да, что тебе... Потому что отдать серебро торгующим, он говорит, я придя, получил бы мое с прибылью. Это значит отдать тому, кто знает, как использовать то, что тебе дано. Да? То есть стать частью чего-то, что Бог делает, что Бог творит, не самостоятельно это делать, потому что у меня всего один талант, потому что вот я так мало имею. Но я хочу это приумножать, но не знаю как. Иисус говорит, как. Очень просто. Возьми и стань участником. Отдай тем, кто знает, как это сделать. И вместе с ними приумножай. Да? Почему? Потому что если говорить о практике, то говорится чуть дальше о том, как это происходит. Да? Говорится, что когда придет Сын Человеческий с 31 стиха во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И с 37 по 40 стих рассказывается, что праведники, они даже не понимали то, что они делали. По факту, как бы. Вот. Потому что Иисус говорит, что придите, наследуйте царство мое. Потому что когда я алкал, да, вы дали мне есть. Когда я жаждал, вы напоили меня. Когда был странником, вы приняли меня. Был наг, одели. Да? Был болен, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. А праведники скажут ему ответ, а когда мы все это сделали? Мы что-то не понимаем. А он говорит, а сделали вы это тогда, в 40 стихе, когда сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И меньшие братья, имеется в виду, знаете, кто вот именно вот такие, незначительные, самые такие маленькие, может быть, неприметные, но они вообще как бы не такие, не верующие, да, но которые не знаменитые. До них вообще никому интереса и дела нет, как бы, вот они ходят там куда-то в церковь, там верят во что-то там, вот. И заболели, да? Или еще что-то произошло. И кто к ним пришел? Никто. Никто, да? Или кто-то пришел, понимаете? А Иисус говорит, что вот когда вы это сделали для таких людей, которые, они ничего не значат. Даже вот среди верующих они мало чего значат вообще, как бы. Для моих меньших, вот именно там это слово используется. Потому что интересно, да, как бы вот греческий перевод вообще в мире, во всех языках очень много используется греческих слов. Вот. Очень много. Мы просто как бы не знаем этого, но я вот однажды купил словарь греческий. Я когда стал смотреть, как по-гречески переводятся все эти слова, да, ну не все, но некоторые. Но мне нужно было научиться вообще как бы читать по-гречески чуть-чуть, чтобы понимать, какая буква. Я купил там это, самоучитель греческого, там алфавит, вот это вот все.
И там столько примеров, как бы, греческих слов вот, в нашей жизни, вот, просто в нашем обиходе, на русском языке, на других языках, что мы даже не отдаем себе отчет в этом. Очень много. Как бы, я думаю, не просто так, что греческий язык, он, ну, Новый Завет, он написан на греческом языке. Бог ничего просто так не делает. И нам нужно все равно время от времени смотреть на значение этих слов, что они значат, потому что не всегда вот наш перевод, он является полным в этом отношении. И вот здесь вот говорится именно о том, что вот когда вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то есть наиболее меньшим тем, которые привлекают вообще мне внимание, о которых знают, это, говорит, вы сделали мне. Но они этого не понимали. Он говорит, когда мы это сделали, когда мы тебя увидели, напоили и так далее. Но неправедники, написано, они тоже не поняли этого. Они тоже не увидели Иисуса, да, в этом. Вот в этих людях, да, вот в этих ситуациях они Иисуса не увидели. Но и праведники не увидели. Получается, что были в одинаковых условиях все. Но знаете, это еще одна часть, когда это то, что сокрыто Господом. То есть мы не знаем, когда придет Иисус, раз, это сокрыто Богом. Мы не знаем, когда мы умрем. Да? Мы тоже не знаем, когда Иисус, Он придет к нам попросить эту помощь. Мы это не увидим. Да? Потому что мы сами по себе гордые люди, да? И представь, что если бы ты видел Иисуса в этом наименьшем человеке, да, в таком вот незначительном человеке, ты увидел, что ты помогаешь Иисусу. Вот прям ты Иисуса перед собой увидел, да? А прям ты понял, что это Иисус. Ты представляешь, какой бы ты вообще гордый был? Ты бы сказал, вот это я, короче. А кто вы такие, что здесь вообще сидите? Я Иисусу помогаю, да? Я его хожу навещать, да? А вы что здесь мне скажете? Понимаете, это сокрыто Богом. Мы не знаем. Ты не знаешь, когда ты поможешь Иисусу, да? Это сокрыто, но Он это расценивает именно так. Поэтому вера, да? Когда мы ходим верой, а не видением, это нормально, что мы не видим. Но вера, она действует этой любовью. Если мы стремимся к этому, если мы ищем того, чтобы достигать любви, чтобы гнаться за любовью, мы неминуемо придем к этому. Потому что любовь нас будет побуждать к этим действиям, хотим мы этого или нет. Потому что это Бог. Да? Но мы, может быть, не будем видеть. Но однажды, когда настанет этот суд, тогда Иисус может сказать, у тебя было 5 талантов, ты приобрел, ты 10, да, приобрел, а ты было 2 там, да, 4, а у тебя был 1, и ты вложил талант этот, молодец, хорошо сделал, закопал, тогда заберите у него, там здесь написано, и отдайте тому, кто имеет 10. Но растранжирить это ты не сможешь. Почему? Потому что любовь невозможно растранжирить. Потому что как только ты начинаешь ее транжирить, она начинает приумножаться. Она начинает приносить плод. Да, можешь транжирить. Понимаешь? Наоборот, можешь это делать. Но не сможешь ты, она не закончится никогда. Ее становится больше. И 2 Петра, 1 глава. Поэтому каждый может служить Богу, да, тем, что он имеет. Не важно, ты там не имеешь каких-то способностей, там, ты можешь стать участником, просто помогать кому-то в этом. Второе послание Петра, 1 глава. Тогда мы прочитаем просто с 1 по 13 и все поймем сразу. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами рано драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится, и познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Познание Бога. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность,
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет того, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Поэтому я, собственно, об этом и говорю. Потому что Павел говорит, что несмотря на то, что мы об этом знаем, но мы иногда, наверное, забываем. И он говорит, что я буду напоминать вам об этом постоянно, чтобы вы не забывали. Пока, он говорит, я в теле нахожусь, я буду это делать. И это напоминание для нас. И здесь очень хорошо описано, как бы, то, к чему мы должны стремиться, для того, чтобы нам открылся свободный вход в Царство Вечное. Для того, чтобы познавать Иисуса Христа. И здесь написано, как это сделать. Если мы внимательно почитаем третий стих, то здесь мы увидим, ну, как бы, сначала как будто бы непонятно, да, но если посидишь, подумаешь, то ты увидишь такие взаимосвязи здесь интересные. А с первого взгляда как будто непонятно, о чем написано. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью. Вот часто мы как прочитали, как бы, и трудно для понимания, читаем дальше. Но для того, чтобы получить знание от Бога, нужно посидеть, поразмышлять, может быть, провести время в молитве, да, и тогда Бог начинает открывать что-то. И здесь в третьем стихе видно такое словосочетание: призвание славою и благостью. Благость – это, написано, нравственное совершенство, превосходные качества, добродетель, благородство. Это призвание, которым Бог призвал нас. Нас призвал здесь, да, потому что Симон Петр, он пишет вот к тем, кто имеет веру. Он говорит, что мы призваны славой и благостью. И это то, что я увидел в Иисусе Христе по отношению к моей жизни, да. По отношению к жизни вообще любого человека. Слава, которая есть, да, которую Бог являет через свое творение. Та благость, которая есть. То, что я увидел в жизни христиан, да, это то, что сделало призыв в мою жизнь однажды. Что это было чем-то особенным. Чем-то таким, на что я не мог не обратить внимания. Что-то, что тронуло мое сердце, да. И на самом деле ученики Иисуса Христа, они увидели в Иисусе именно это. Многие люди видели в Нем это. Они видели в Нем эту славу, да, Божию. Они видели в Нем эту благость Божию. Они не отдавали себе отчета в этом. Но когда они встречали Иисуса, они видели. Они видели. И ученики, многие же за Ним ходили, да. И некоторые были избраны, а некоторые отошли от Него. Но многие за Ним ходили. Толпы ходили за ним в то время, когда он учил. И они видели эту особенность в нем, потому что он Бог. Да? И эта Божья слава, эта Божья благость, они не оставляют равнодушным никого. И когда ученики, они откликнулись на его призыв, у них стала возможность быть избранными. И мы можем быть избранными, когда мы отвечаем на призыв Бога, когда мы видим эту славу, когда мы видим эту благость, да? Когда мы не остаемся равнодушными, тогда мы можем сказать, что все остальное, оно напрямую к нам относится. Потому что ты можешь сомневаться, как бы, что, ну, может быть, это не про меня, как бы, то, что здесь написано. Я еще не дожил до этого. Но я тебе могу сказать, что если Бог тебя призывает, а Он призывает славой и благостью, если ты видишь это особенное, да, то, что есть в Боге по отношению к твоей жизни, то будь уверен, что все остальное, что здесь перечислено, это для тебя.
И здесь говорится, что через познание призвавшего нас, да, то есть есть ты, есть призвавший тебя, и ты знаешь, что он тебя призвал. Почему? Потому что ты видел эту славу, ты видел эту благость. И через познание Бога, да, это все третий стих, мы призваны к познанию Бога, да, и мы можем познавать Бога. Мы можем принять в дар все, что необходимо для жизни и благочестия. То есть для жизни, для нашей жизни и для благочестия, для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы почитать Бога, чтобы иметь это сердце, которое будет трепетно относиться к Богу. Мы это не можем никак получить, но только через познание самого Бога. Потому что как ребенок может познать своего родителя? Только через отношения с ним, правильно? А если родитель здесь живет, а ребенок непонятно где, то как он будет почитать своего родителя, да? Вот, потому что он, у меня мама работает там, в доме ребенка. Там родители бросают своих детей, дети живут там с ними, да, и родители непонятно где и непонятно как. Дети там почитают больше воспитателей, чем своих родителей. Они не знают своих родителей, понимаешь? И тогда как мы можем познать, если мы не находимся в близких отношениях, если мы не стремимся того, чтобы достигнуть, если мы не ревнуем, да, если мы не гонимся за этой любовью, если мы не стремимся к Богу, мы не можем, просто не можем получить все необходимое для жизни и благочестия. А для христианской жизни это именно и нужно. Нам для жизни нужно многое, да, нужно многое. Но Иисус сказал, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот этого слова для нашей жизни не будет. Мы его не услышим, если мы не ищем того, чтобы познавать Отца как Бога, как нашего Отца, как нашего родителя. Да? И ты будь уверен, что у тебя есть такая возможность, если ты слышал призыв в свою жизнь, в свое сердце. Если ты увидел эту благость в Боге, если ты увидел в нем вот эту славу, да, Божию, то ты будь уверен, что это для тебя, для каждого. Кто слышит такой призыв, есть возможность познавать его как отца и получить все необходимое для жизни, его слово, да? Его обеспечение, как он сказал, что ищите Царство Божие, а все остальное я вам дам. И нам по факту, да, как людям, нужно занять правильное место под солнцем просто. Все остальное Бог обещал нам дать. Да? Это не значит, что тебе надо сесть и, ну, как бы валяться там, как бы на пляжу и ничего не делать. Нет, занять правильное место, правильную позицию перед небом, да? Перед престолом Бога, занять правильную позицию. И Он, будь уверен, Он как верный Бог, Он исполнит все свои обещания. Так что все, что у тебя не достает или то, что тебе мешает, будет просто изменено в твоей жизни. Если нет мира в сердце, то ты получишь, да? Если нет любви, то обретешь. Если нет прощения, придет. Понимаешь? Если надо освобождение от какой-либо зависимости, будет. Надо занять свое место перед Богом. Если не хватает обеспечения в чем-то, а Бог обещал заботиться, будет. Наверное, если нет, может быть, тогда мы что-то неправильно делаем. Он-то верен в своем слове. И поэтому он говорит, что вот все необходимое для жизни и благочестия нам дается Его силой. Это не человеческими усилиями приобретается. Когда мы хотим сделать так много, когда мы хотим приложить столько усилий для того, чтобы что-то получить от Бога, но нет, здесь говорится, что это дается от божественной силы. Не от нас, не от людей. От божественной силы. Тогда этот вот третий стих, он настолько, ну, такую полноту имеет, да? Что есть божественная сила, которая дарует нам все потребное для жизни и благочестия через познание того, кто нас призвал. Да? Теперь более-менее понятно, что там написано? А в 4 стихе
написано также, что которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вот это слово «благость», да, оно используется дальше. Мы сейчас уже заканчивать будем, я сейчас чуть-чуть еще объясню. Это можно потом прочитать дома, посмотреть как следует и просто быть практичным. Когда мы начнем практиковать, когда мы больше начнем практиковать, я вообще в самом начале сказал, что это было сказано мне в первую очередь, да? Вот, я с вами делюсь просто тем, что я должен делать сам. И для меня это напоминание. Не сказать, чтобы я этого не знал, но как Петр здесь говорит, что это напоминание. Иногда мы это забываем просто. Ну, все. Забывчивые люди, да. И здесь говорится, что нам также даны обетования, и они тоже великие и драгоценные, для того, чтобы мы стали причастниками Божьего естества. То вы, прилагая к всему все старание, покажите двери вашей добродетель. И вот добродетель – это то же самое слово, что благость, да, с которого мы начали. Вот видите, как в русском языке как бы одно и то же слово, оно по-разному переведено. И наоборот, то есть любовь. В греческом имеет добро. Разное, да, название, то есть агапы, есть филео, да, разное. И наоборот, у нас здесь разные слова, это благость, добродетель, а по-гречески это одно и то же слово. Тогда говорится, что в вере вашей покажите добродетель, то есть покажите Бога, да, покажите то, что у Него есть. Это то, что я увидел в других верующих однажды. Это то, что я увидел в христианах. Почему называется христианская церковь? Она должна быть отражением Иисуса Христа. Если нет, то как человек увидит эту благость? Как он увидит славу Божию? И он говорит, если вы верующие, да, вы называете себя верующими, то покажите в вере вашей вот эту благость. Здесь написано «добродетели», мы думаем, что это такие вот добрые дела хорошие. Нет. Да, Бог, Он добр. И Он на самом деле учит этому, чтобы мы это делали. Но это наши дела или это от божественной силы нам дано, чтобы было явлено? В этом есть разница. И покажите, говорит, вере вашей добродетель, чтобы была видна эта благость. Да? И также написано рассудительность в добродетели должна быть. И рассудительность – это значит знание или разумение. А написано, кто имеет знание от Бога, тот, кто любит. Да? Тогда любовь – это очень важно. Без нее вообще никуда. Аминь. Да. Как мы можем быть верующими без любви? Не получается. И в рассудительности знание. Потом в рассудительности воздержание, точнее, да? В воздержании терпение. И терпение, оно относится к постоянству. То, о чем Максим вначале говорил. Что постоянство – это очень важное качество. И оказывается, постоянство, оно включено, да, в этот пакет. Оказывается, мы должны быть постоянными, и это не просто какой-то отдельный факт. Это начало. И в этом есть начало, и в этом есть конец. А это в середине, постоянство. Мы должны быть постоянными. У нас есть начало, есть когда Бог нас призвал. И у нас есть конец, да, нашей земной жизни. И там будет награда или осуждение. А вот это вот середина, постоянство – это середина. Понимаешь? И написано, что в терпении, то есть в постоянстве, благочестие. Это вот как раз благоволение и почтение к Богу. Это то, что мы приобретаем через отношения с Ним, через близость с Ним. Вот, в постоянстве мы это будем показывать. Да? Вот именно почтение к Богу. И в благочестие братолюбие. И вот здесь вот говорится, братолюбие говорится именно о дружеской любви.
То есть это другая любовь имеется в виду. А дословно это звучит как Филадельфия. Слышали такое слово? Роллы Филадельфия. Роллы Филадельфия. Более-менее похоже. Калифорния, что Филадельфия. Да, ну представляете, что да, как много, да, греческих слов, и мы как бы, они вокруг нас крутятся, но они имеют такие значения, такой смысл, что мы даже не отдаем себе этого отчета. Но любое, как бы, да, Филадельфия, роллы, но для тебя это ассоциация, но это очень легко запомнить. А Филадельфия — это филе у любить, да, и Адельфия, по-моему, это брат. Ну, братолюбие. Филадельфия. Да, дословно, Филадельфия. Это братолюбие. Да, и тогда. И дальше говорится, а вот в Филадельфии, да, в братолюбии, уже покажите агап. Уже любовь по отношению к Богу. И вот это вот, вот здесь вот описано как приумножается, да, то, что нам доверено. То есть, если нам доверено в свою жизнь от Бога, то таким образом это приумножается. То есть, это начинается с любви, когда Бог есть любовь, с наших взаимоотношений с Ним. Когда начинает двигаться наша вера, да, через эту любовь, в вере происходит вот все то, что здесь описано последовательно, и приходит еще одна любовь. То есть, было 5 талантов, стало 10. Да, приумножилось. Это не само собой произошло. В этом нужно постоянство, в этом нужно терпение, в этом нужно действие определенное. И в этом есть практическая часть. Да? И Бог, Он желает, чтобы мы были отражением, Его отражением. Не просто отражением, когда мы поем песни, и так все, у нас такая вот слава, аллилуйя, все, да? Все прекрасно и чудесно. Но чтобы это практически выглядело как-то в нашей жизни. Таким, почему? Потому что написано, чтобы посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так как так поступая, никогда не приткнетесь. И мы притыкаемся. Да? И есть люди, которых Бог касался, с которым Бог открывался, и они приткнулись сегодня. И почему приткнулись? Есть причина. Первое, что написано, что если водитесь духом, то не будете исполнять вожделение плоти. Вторая причина, что мы вот так не поступаем, как здесь написано. Мы не приумножаем эту любовь, которая нам дана Богом. Мы не приумножаем эти таланты. Мы просто, бывает, живем для себя и все. Но у нас есть возможность у каждого не притыкаться, жить по-другому. Бог нам дал эту возможность. И Он дал нам возможность познавать Его. И на самом деле это повседневная работа, это труд для нас каждый день. Но это то, что имеет смысл. Почему? Потому что любовь никогда не перестает. Она уйдет в вечность. Занимаясь этим сегодня, познавая Бога и приумножая Его любовь, ты не останешься без плода. Здесь говорится, что где здесь про плод написано было? Восьмой стих, да? Да, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Потому что мы иногда думаем, что я познаю Бога, я знаю Бога, я познал Бога. Но написано, что в этом должен быть плод. Не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А когда мы говорим, что мы знаем Бога, и в нашей жизни нет никакого плода, тогда это просто слова. Да? Просто слова и все. Поэтому для нас есть очень хорошее учение от Бога, да, для нашей жизни. Оно написано здесь, в Библии. Давайте будем делиться тем, что Бог нам открывает. Давайте будем послушны Ему и будем приносить тот плод, которого Он от нас ожидает. Поэтому Бог что-то открывает, и если Он сейчас кому-то что-то открыл во время проповеди, вы можете выйти и поделиться каким-то откровением, да, если вдруг у кого-то что-то есть.
Можно это сделать? Я думаю, да? Если нет, то это все. Не готовы.